Минские договоренности подарили надежду на мир в Украине. Об этом говорят многие мировые СМИ. A breakthrough in Minsk as Putin announces a ceasefire deal following marathon talks. The talks that were agreed here last year in September that then broke down on the battlefield. A glimmer of hope to end the bloodshed after marathon overnight talks lasting more than 17 hours. Wissen Sie, was die Separatisten verlangen? Wir glauben ja, Herr Bötzke, es ist eine ukrainische Zeitung, die als sehr seriös gilt. Well, this here is the palace where the summit is due to take place in a few hours. Итоги переговоров в Минске обсуждали и в Брюсселе на саммите Европейского Союза, куда прямиком из Минска отправились Франсуа Олланд и Ангела Меркель. Говорили в том числе о дальнейшей судьбе Украины. Еврокомиссары высказываются довольно осторожно и сдержанно, но экспертное сообщество Старого Света все-таки надеется, что на Донбассе восстановится мир. Это, безусловно, шаг в правильном направлении. Очень важный, даже если это не решит всех украинских проблем. Эти новости очень хорошие. Главное, чтобы сейчас обе конфликтующие стороны в ночь с субботы на воскресенье прекратили огонь. У нас есть еще надежда на мирное решение, но первые Минские соглашения были соблюдены не полностью. Поэтому мы по-прежнему осторожны, ведь должно пройти время, пока слова, изложенные на бумаге, превратятся в реальные дела. О мире и Минске, которые уже воспринимаются как практически синонимы в разных странах, и сегодня говорят и пишут. Журналисты одной из старейших газет Германии, освещающие итоги переговоров в Минске, разбирают на цитаты высказывания Ангелы Меркель. Репортеры американской «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что итоги встречи нормандской четверки вселяют одновременно надежду, но все же оставляют некоторые сомнения. На страницах французской газеты «Le Monde» представлены мнения экспертов, которые говорят, что итоги Минска встречи все-таки должны принести реальный мир в Украину. Результаты переговоров в Минске активно обсуждают и обычные граждане. В частности, пристально за ходом саммита в нормандском формате следили жители Германии, страны одной из участниц встречи по урегулированию кризиса в Украине. По телевидению и в прессе очень большое внимание уделяется теме Минской встречи. И я доволен тем, как прошли переговоры. Мы следим за развитием ситуации с большой озабоченностью, потому что мы помним опыт Второй мировой войны и не хотим ее повторения. Беларусь сейчас оказалась в центре событий. Такое облегчение, что там достигнуты наконец договоренности.